столичный проект Secretland можно с уверенностью назвать самой раскрутившейся крымской группой. Как им это удалось? Благодаря их оригинальной музыке, организаторским способностям или нежеланием останавливаться на достигнутом – это их собственный секрет. О том, что помогает и что мешает в творчестве и вообще в жизни, о моментах из прошлого расскажет продюсер группы Максим Михайлов. За эти годы было выпущено 4 альбома, снят десяток клипов, крутились по радио, по телевизионным каналам Крыма, ну, практически по всем. Я доволен работой. Первый альбом группы был выпущен в студии «Вест» в 96 году. Это мы с Алексеем Барановым вдвоем выпустили. Был только инструментальные вещи там были. Все последующие уже были песенные альбомы и выпущены, в принципе, в основном все в Киеве. Общались с продюсерами, принимали по-разному. Там и сначала спрашивали, почему по-английски, никому это не нужно, все. Но, в принципе, потом уже более лояльно это все было. Можно много дискутировать на тему, зачем петь на английском языке или искать в чьем-то творчестве то, что уже когда-то было или то, чего ни у кого нет, но однозначно сочинять музыку и тем более писать тексты на английском языке дано не каждому. Что же далее в планах Максима Михайлова и проекта Secretland? В начале года выпущен был альбом Midnight Hall, достаточно удачный альбом. Я доволен на все стоим. Сейчас пишется новый альбом, который, я думаю, выйдет в начале следующего года. Там будут живые инструменты, очень много гитар, очень много электрогитар. Работают несколько гитаристов со мной сейчас.